На берегу морском возник прекрасный город. Гаргиппа имя он носил. История черноморского города началась еще до нашей эры, 2500 лет назад. Здесь вели быт еще древние греки. Жемчужина современной Анапы – раскоп античного города, ставший частью музея. И в этот раз сотрудники Гаргиппи реализовали уникальную идею. Впервые провели театрализованную экскурсию. Спектакль-экскурсия – это пешеходные маршруты в сопровождении профессиональных экскурсоводов. Мы по пути встречаем исторических персонажей, где от первого лица вступают в взаимодействие они, их играют актеры театра и кино, и они рассказывают о себе, о своем вкладе в эпоху и в целом об истории того места, в котором проходит спектакль-экскурсия. Прогулка стартует от античного полиса Гаргиппия. В это время у русских ворот с рассказом о крепости гостей ожидает атаман Алексей Бескровный. Эх, были времена! Правда, выглядела Анапа тогда совершенно иначе. На следующих локациях любители истории встретили артисты в других образах. Перед гостями предстали писательница Екатерина Зарина, дочь основателя виноградарства Елизавета Пеленко-Цейдлер, шансонье Аркадий Северный и основоположник курортной медицины Владимир Будзинский. Из многообразия курортов Европы и России вы выбрали именно Анапу. Это не просто, когда вам историю рассказывает экскурсовод, один участник экскурсии, а как будто бы раз и персонаж, и то же самое вам рассказывает, только уже от первого лица или за кого-то. То есть это очень интересно. То есть появляется такой визуал, соответственно, людям намного проще воспринимать информацию, особенно детям. Мне очень нравится детям, когда такие экскурсии проводят, потому что им намного интереснее и понятнее становится, о чем идет речь. 7 локаций общей протяженностью 1300 метров были пройдены более чем за 2 часа. Гости признаются, не заметили, как пролетело время. Ну, я вот на такой экскурсии первый раз присутствую. И очень мне понравилось. В следующий раз приведу своих внуков сюда, чтобы побольше знали об истории нашего города, курорта. Ну и об истории вообще Черноморья нашего. Достаточно необычная и воспринимается по-другому, не как обычная экскурсия. Наверное, проникаешься в ту эпоху, видя необычных людей в необычных костюмах, и как-то, наверное, запоминается лучше. Подобные экскурсии уже прошли в более чем 25 городах нашей страны. Их организовывали местные музеи в рамках всероссийского проекта. Следующий курорт, в котором пройдет необычная историческая лекция – Геленджик. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.